ресторан красоты La Café de Beauty, творческой студии позитивного мышления и силы позитивной мысли Татьяны Салмановны Макту Сайфуди. Сейчас я приготовила себе такой салат, мой фирменный салат моего ресторана, как в Париже. Сейчас будем с вами шептаться. Сейчас я его принесу с моей кухни, такая у меня кухня Grand Restaurant, сюда на балконе. Шикарная вечерняя погода. Так что вот, еще не совсем темнеет, конечно. Это вам не белые ночи, это не июнь месяц, даже не июль, а уже скоро сентябрь, учебная пора. Сейчас. Как там получается? А, шикарно получается. Идет формочка. Уже иду, дорогие друзья, такая просто суперзвезда, такая суперзвезда. Сейчас принесу еще в золотой чашечке такую чистую водичку. Ах, ну да, знаете, вот эти вот роллы, ах, эти горячие роллы. Вы пробовали горячие роллы? А вот один Салмановный такой фирменный салат, знаете, такой... теплый, не горячий, знаете, как это вот бывает, суши, знаете, такие вот эти вот горячие роллы, суши, а у меня такой салат, так что вот, фирменный моего ресторана красоты, La Café de Beauty. Я уже иду, дорогие друзья. Ох, такая суперская красотка. Сейчас я вам покажу, да покажу. Сейчас я вам покажу вид. Ну, сначала вот этот салат. Вид на улицу с моего балкона, такой обзор. Ох, как летом. В общем, еще лето, в принципе, еще лето, дорогие друзья. Мой фирменный салат. Макарошки аль денте с соевым мясом. Нужно отварить. Здесь у меня добавлена еще отварная капустка свежая. Вот. Две помидорки, дамские пальчики. Немножко рапсового маслица. Немножко виноградного уксуса. Вот, да. Майонезик, имитированная красная икра, немножко соли, горчица и чистая водичка. Так что вот, с вами я, Татьяна Салмановна Мактум Сайфуди. И моя творческая студия позитивного мышления, силы позитивной мысли. Татьяна Салмановна Мактум Сайфудин. Одна из моих программ. Мой ресторан La Café de Beauty, где мы шепчемся на разные темы. Так что вот. Сейчас я себя еще здесь так покажу, запокажу. Сейчас здесь подвину чуть-чуть. Чуть-чуть подвину.
теперь самое главное красивенько поставить сюда этот мой этот ноутбук на зарядочку. Там видно вам будет, сейчас я посмотрю, что пейзаж был красивый. И пейзаж был красивый, чтобы меня было красиво видно. И мой фирменный сал, это золотая чашечка. Дарина Салмановна Мактум Сайфудин помогает создателям неба и земли. Так что вот, читайте мое брендирование, я очень часто об этом пишу. Ну что, здесь нужно размешать майонезик, икру. Сейчас я загружаю видео, которое я засняла сегодня. Так что вот моя творческая студия позитивного мышления, силы позитивной мысли. Я думаю, может быть, надо продолжить такую тему, о чем я там рассказывала. О путешествиях, в общем, об этих ресторанах, об этих очень колоритных отелях, об атмосфере, вечерней атмосфере. Так что вот, на курортах. Немножко, наверное, еще маслица. В принципе, я так попробовала. В принципе, маслица достаточно. Может быть, еще маслица, думаю, добавить рапсула. Или хватит? Вообще, я очень любила ездить на курорты. Я была дважды на Кипре, вы понимаете, да? Солнце, море, пляж, вечерний променад, магазинчики. Потом я была в Испании, на курорте, не помню, как тут, Коста де Соль, или как она там называлась, недалеко от Барселоны. Ездила в Барселону на электричке. Какие еще курорты? Два раза я была в Таиланде. Бангкок, Паттайя. Сейчас я добавлю сюда еще рапсула маслица и принесу салфеточки. Принесу еще салфеточки.
такая салатом. Ох, я такая очень оргазмическая. Ох, я даже с этой штучкой, со второй ты пришла. Ну ладно. Даже такая вот эта вот. Принесла с этой. Так что вот. Что, на Кипре? На Кипре два раза. В Испании я была один раз на курорте. Вот там была в Италии. В Италии, что там я была в Италии? Римини. Венеция, в Венеции. Так что вот на курорте. Какие еще курорты? В принципе, на этих курортах, мы, конечно, не считаем Таиланда. Таиланд – это отдельная история. А в принципе, Кипр. На таких курортах, как обычно, знаете, эти отели, это... Отель или на первой полосе, или не на первой, или на второй от моря. Это пляж, шезлонги. Хотя нет, шезлонги это за деньги. Обычно, если на первой полосе какой-нибудь отель, там шезлонги при этом отеле. А так, в принципе, за шезлонг нужно платить. И, в общем, конечно, я ни разу не арендовала шезлонги. Ну что, большое полотенце раскидываешь на песочек, загораешь, купаешься. А, еще в Турции я была. В Турции 5 звезд, но там был отель, все включено, там променада не было. В Турции мы ездили с немцем. На променад мы вечером не ездили, знаете, вот этот отель, 5 звезд, ох, какие там завтраки, какие ужины были, ох, какие эти столы накрытые, которые ломились от явств, от различных. Отель 5 звезд, где все включено, так же как и отель 4 звезды Доминиканской Республики, там променадов не предусмотрено. Там весь entertainment внутри отеля. На территории отеля он прибегает к пляжу, это первая полоса, уже отель и пляж. Эти отели были... Что в Доминиканской Республике мы с Перри ездили 4 звезды, по-моему, этот отель был. Там все включено. Там кушаешь в любом ресторане отеля, все это оплачено, уже путевку когда покупаешь, все оплачено. Вечером идешь в любой ресторан отеля кушать, все это оплачено, так что вот. Самое главное, чтобы места были там. И в Турции было то же самое. Под Кемером.
В Турции под Кемером шикарный отель, 5 звезд. Салфеточки забыла принести. Сейчас принесу салфеточки. Сейчас, секундочку. Немножко темнеет, дорогие друзья, темнеет. Сейчас, наверное, я сделаю такое, это будет 17 минуточек позитива.